Друзья, мы находимся в фан-зоне Авторадио. Сегодня наши обыгрывают сборную Норвегии. Несмотря на то, что этот матч почти ничего не решает, у нас здесь под зонтами собралось довольно большое количество зрителей, которые вместе с Авторадио решили поддержать нашу сборную. Пойдем пообщаемся с ними. Зачем я на стул залез? Вперед, Россия! Наши выиграют. С каким счетом? 3 отгрузит. 3-0. На второй стороне рации Знарок. Кто Знарок? Знарок. Олег Знарок, тренер сборной. Он на второй стороне рации у вас? А, не-не-не, его нету здесь сегодня. Что будет, что понравилось? Я первый раз сегодня, только мне пока... Нет, я имею в виду гренки, может быть, там, или что? Все супер, единственное, шашлык мне не понравился. Жирный и маленький. Врут, клеветать, не так. Шашлык вкусный. Цель вашего визита? Мы пришли поболеть за нашу команду. Хотим 10-0. Мы продолжаем ремейк на передачу «Давай поженимся» Авторадио Вершин. Парни, привет. Короче, такая тема. Вон там две девушки стоят спереди. Они пришли на хоккей познакомиться с парнями. Что вы об этом думаете? Стояли и думали. Кому какая нравится. Мужики, ну вот смотрите, если бы вы были тренером сборной России, тренерским штабом, какие бы наставления дали команде? Конечно, быть сильными, быть смелыми, умелыми, бодрыми и... Ну и... Не бздеть. Я старался бы. Конечно, я старался бы, хотелось бы забить. Забить, конечно. Или хотел бы передачу отдать. Тоже неплохо, хочу сказать. Да, такую... Левую? Левую, да. Такой... Ну, или хотя бы третьим быть ассистентом. Ну, да, да, да. Как вы считаете, справились бы на месте Сорокина? Ни одна шайба не пролетела бы. Я всем загородил бы и все. Россия чемпион! Что, им потанцевать нельзя? Я просто танцую. Что ж, Женька-то думает, что если он на голову волка нацепит и чуть-чуть массы наберет, мы его не узнаем. Витя! Это я, Витя. Витя! А, нет, это мой Витя. А, другой Витя. Во-первых, спасибо большое, что выступили у нас на фан-зоне. Вопрос такой, кто капитан сборной России? Павел Дацук. Угу. Дацук. Да, да. Спрашивайте. Кто капитан сборной России по хоккею? А я знаю, Павел Дацук. Друзья, боковой арбитр матча Россия-Норвегия все давно понял и отправился к нам на фан-зону Авторадио. Скажите, за что вы удалили Вячеслава Воинова? Там же не было удаления. Как не было? Было? Чувствует вину все-таки, что удалил, а? Ну что ж, друзья, очередная победа сборной России и впереди решающая игра со сборной Швеции. Увидимся на фан-зоне Авторадио.